Одна из центральных артерий города Иваново, проспект Ленина, начинается с остановки кино «Центральный». Свое имя она получила в честь одноименного кинотеатра, построенного в начале советского времени. Когда в 90-х здание продавали, перед новым собственником поставили условие восстановить кинотеатр. За 20 лет сменился не один владелец, и речи о восстановлении кинотеатра больше не идет. Последний раз, по данным городской мэрии, историческое здание меняло собственника в 2014-м. По сей день управляет торговым центром ООО «Капиталстроинвест». Несколько месяцев назад на одной из торговых интернет-площадок появилось предложение о продаже плазы за 250 миллионов рублей. Покупателя, правда, так и не нашли. После этого по сети стали ходить слухи, якобы в новую часть здания заедет федеральный продуктовый гипермаркет. Об организации на этой площадке кинотеатра речь не идет. Это здание находится в частной собственности, это во-первых, да, и наши мысли мы можем только помыслить и попросить, но заставить собственника делать что-то в своем здании мы не можем. Сейчас, сами понимаете, что движителем является экономика, а экономически кинотеатр здесь нецелесообразен, поэтому его здесь и нет. Какая-либо информация о предыдущих владельцах объекта в мэрии не нашлась. Теперь же отыскать первого покупателя, с которым город и договаривался о восстановлении кинотеатра, будет нелегко. Ивановцам остается довольствоваться лишь еще одним торговым центром и его изящным фасадом, украшенным белоснежными колоннами и лепниной. Основа здания была заложена в 1932 году. Спустя почти четверть века фасады приобрели аутентичный образ в духе классицизма. Воссоздать внешнее историческое убранство владельца обязал особый статус архитектурного объекта. Здание, расположенное по адресу по проспекту Ленина, дом 9, входит в состав достопримечательного места местного муниципального значения проспект Ленина, в рамках которого охраняется в целом застройка, объемно-пространственные характеристики, регулируется этажность, расположение окон, в том числе даже вывесок и рекламных конструкций. Будет ли в Плазе сетевой гипермаркет или нет, не ясно. С уверенностью можно сказать одно. О киноцентральном ивановцы будут вспоминать, лишь подъезжая к одноименной остановке. Максим Серебряков, Антон Осипов, Денис Денисов, РТВ Иваново.